утро на Енисее. Красота-то какая! Лепота! Софочка, ты сейчас умрешь! Ах ты, рыбий глаз! Я могу вживаться в образы любимых героев и интонировать вместе с ними хоть каждый день. А могут ли жители Красноярска? Сейчас узнаем. А у вас молоко убежало. Нормальный. А сможете прорычать, как Джигурда? Нормальный! 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 А прорычать? Все? Скажите, я Джигурда! Я Джигурда! Спасибо. Какая это собака? Какая это собака? Какая это собака? Какая собака? Вот, и он тоже так вот сделал, типа, какая это собака, да, помните? Какая это собака-то? Вот, давайте в камеру спросим, какая это собака. Какая собака, я вас умоляю. Прошу всех к столу. Прошу всех к столу. Прошу всех к столу. Прошу всех к столу. Нет? А можно типа прям интонационно повторить? Прошу всех к столу. Я что-то фильм, по-моему, не смотрела это. Не может быть, он просто говорит, прошу всех к столу. Сможем? Прошу всех к столу. Парами. Парами. Малыши, а где же твой Карлсон? Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. Он улетел, но он обещал вернуться. Что? Давайте говорим. Но обещал вернуться. Нет, он улетел. Он улетел, но обещал вернуться. Он улетел и обещал вернуться. А что вы хотите? Показать вас всему краю. Не надо. Не надо, я вас боюсь.